Девчонки, привет! Ну что же, вот я и готова для своей второй поездки в Россию. Совсем скоро прилетаю для семинаров. Будем обсуждать с вами все то, как быть самой лучшей мамой на свете для своего ребенка. Естественное материнство, вакцинация, психологические проблемы, в общем, все. Ищите свои города в списке, пишите на наш номер, приобретайте билетики, и мы с вами скоро увидимся. Уже история. Доброе утро, Лёва. Упал твой кубик, да? Погреми кубиком. Где кубик? Как он гремит? Как погреми? Погреми кубиком. Да? Смотри, какой у тебя брусок есть, Лёв. У Лёвы тактильная коробка тут есть. У Лёвы есть тактильная коробка. Он ее разбирает. Ой, ты чего завалился? Доброе утро всем. Мы только проснулись с Лёвой, даже еще не выходили из нашей спальни. Все. Что, упал твой кубик? На, держи. Смотри, какой у тебя брусок. Покатай его, катай. Лёв, катай брусок. На. Что ты выбрал? Кусочек дерева, да? Интересно. Что с ним можно поделать? Как он пахнет? Понюхай, как пахнет. Можжевельником пахнет. Вкусно. Вкусно. Лёве на семинарах подарили вот такую тактильную коробочку. Здесь все игрушки очень вкусно пахнут деревом, таким необработанным. Такое теплое, шершавенькое дерево. И пахнет безумно просто. Лёв, смотри, какой я нашла. А, бубенчики звенят. Ой, как интересно. Все звенит, все гремит по-разному. А еще вот такой коробок есть. Вот. Этот звенит по-другому. Так, ну вкус надо исследовать. Что я кушала? Вот у меня ночь была, как бы я ничего не кушала. Я только проснулась. Лев, покажи свой бодик, что тут написано. Some roar, I just smile. Тоже лев у него. Здесь лев весь. Ой, какая деревяшка интересная. Знаете, некоторые дети играют обезьянками, там слонами и машинками, а у Лёвы куски дерева. Что я планирую на завтрак? Сделаем кошку с авокадо. Хотя сегодня я хотела похудеть. Узнали что-то про зубки? Да, узнали. Ничего не надо делать. Нам сказали, что ничего не надо. И бусы. Ой, как интересно, можно нанизывать бусы, но Лёва пока еще не сможет. Это если бы сейчас у меня была вторая рука свободна, я бы помогла ему нанизывать на эти бусы. Саша, it's me. Я пропустила имя, кто? Оксана, моя сестра, что ли? Лёва, смотри, ой, как интересно. Стафилококки. У кого смотри? У меня вот тоже есть стафилококк, я его не лечу уже много лет. На сайте не получается оплатить видео. Вы должны написать на оставить заявку. Оксана, привет. Должны оставить заявку на почту, которая указана. И вам моя помощница вышлет. Она сегодня 240 человекам выслала. Что Люба умеет говорить? Мама, ма, ба, ба, па, 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 мама, ба, па. Да, ты узнал твои слова? А еще Люба повторять начал. Если Вася кувыркается на карте. Ой, какая, какие шарики. Никто не отвечает, но сейчас я напишу. Мне написала помощница с утра, что она 240 запросов обработала. Скажи что-нибудь Марусь. Марусь, привет! Привет тебе от Лёвы. Видишь, он в коробке разбирается. Вот ты спишь, Марусь, с этим, с Мишкой, а я пытаюсь Лёву с этим Лёвой приучить спать. Потому что нам вчера доктор сказал, что пора нам уже отучаться спать. Ну, если у малыша стафилококк, наверное, надо. Ой, кто там? Наверное, нам с педиатром лучше по-хорошему
Good morning. Good morning. Открываете дверь с утра, а там дяди мексиканские стоят. Нет, у меня не было строгой диеты, я все потихонечку... Эй, Лев, не надо так, ротик, осторожно. До скольки планируешь кормить? Ну вот я думаю, либо до октября, либо до Нового года. Между годом и двумя я планирую закончить. Потому что... Лева, очень реакция какая-то на меня ненормальная. Истерическая, я бы сказала. Вижи, без меня идеальный ребенок. Просто идеальный вообще. Супер ребенок. А со мной вообще кошмар. Смотрите, как он изучает коробку. Вот эта коробка стоит у нас в спальне, где мы спим. Она всегда задвинута под это кресло и закрыта крышечкой. Он не знает, что иногда, там раз в неделю, я ее открываю. Поэтому она ему очень-очень интересна. У кого блондин Лева? У него папа был блондин, когда был маленький. Был рыжеватый блондин. И Лева рыжеватый блондин. Блондинистый мальчик. А до какого времени доктор сказал, дети привязаны к своим игрушкам? Я немножко не поняла. Как научить малыша садиться самостоятельно? Учить садиться детей не надо, они должны сами у вас. По-моему, мне тяжело. Пора поменять подгузник. Я пойду поменять. Будь здоров. Прости большое. Прости большое. Лев, помаши. Лев, помаши. Привет. Привет. Лёва, похлопай в ладошки. Как ты похлопаешь в ладошки? Показываешь мне тут шарик, да? Лёв, похлопай в ладошки. Ой, какой шарик интересный. Лёв, похлопай. Лёв. Лёва. Лёв, похлопай в ладошки. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Лёв. Сейчас мы с тобой позанимаемся бусами. Отучить спать вместе нужно в другую комнату, чтобы кто-то его забрал у вас. В другую вообще, не в вашу. И ночью, когда он будет просыпаться, качал, носил на ручках, давал ему понять, что мамы рядышком нет. И он рядом с другим человеком будет засыпать. Покажи себя. Вот я себя еще в зеркало даже не видела. Лев, похлопай. Лев, похлопай в ладошки. Лев, давай, похлопай в ладошки. Ну, похлопай. Как ты хлопаешь? Хлоп, хлоп, хлоп. Нет, ты занят, да? Ну, футболку, да, можно. Да, да. Ну, ладно. Пойдем мы подгузник менять. То у нас там совсем все как-то. У Лев уже в горшочек давно ходит. В принципе, если бы я не была так занята, и мне кажется, я бы уже практически на подгузнике не держала. Ой, я не знаю, я совсем вот похож на папу, потому что... Лёва красивее. Намного. С Макаром Левасио. Может, они уже встали, мы еще просто не ходили. Лёв, пошли посмотреть в окошко. Там в окошко. Мы высаживаем с 6 месяцев. Вернее, высаживаем его с рождения. Он писал у меня в раковину с рождения. В 6 месяцев я купила горшочек. Прикол, ввели тоже в 6 месяцев. Он ест в основном со мной за столом. Все, что мы едим, все ест Лев. Вот сейчас ему год, он кушает уже все, что кушаем мы. Супы, котлеты, макароны. Мы практически не делаем специально еду для него. Я мясо не ем уже 9 лет. Ой, ну все. Кружки или секции. Макар ходит на Magic Science, сумасшедшая наука, где они ставят разные химические, физические опыты, это после школы у них программа. Я водила его на сокер, но он перестал, ему там тяжело было, он так плакал и так не хотел, что я не могла, ну, как бы, его насильно водить. Я пару раз насильно поводила, он заболел мне в ответ, и я решила, что больше не буду. Вот. Василиса, у нее в этом году начнется школа средняя, и там будет много очень всяких кружков после. Мне очень тяжело просто, я одна, и возить их очень тяжело в разные места. Я возила их в одно место. Лев ест мясо. Я не кормлю мясом. Папа, если вдруг иногда кормит, то я даю возможность покормить, как бы он с удовольствием ест. Мне вчера доктор сказал рыбку водить. Леве, Полина среди вас сейчас смотрит нас в перископе. Вот рыбу нам посоветовали, сардины и лосось добавлять.
Лосось мы уже добавляли на той неделе, ему Лёве очень понравился лосось. Он в меня тоже любит. Она работает, просто нужно выезжать. Она и всегда с нами пока. А Лёва сосал соску? Нет. С тобой Лев спит? Да, вот он только что спал со мной. Видите, у нас так кроватка устроена. Сначала я его кладу в кроватку, первую часть он спит здесь, а потом переходит ко мне. Вот так вот он здесь в своем закутке спит. Или потом я его на ту сторону перекладываю. Видите, у нас тут все предназначено для спанья вместе. Полин, привет. По капельке рыбий жир. Не знаю, не слышала. Я себе давала рыбий жир, и через меня малышу передавал свой DHA. Вот такие у меня розы красивые, я тебе покажу. Распустились после дня рождения Левина. У нас весь дом в цветах. Смотрите, какого нам смешного льва подарили на день рождения. Ой, на семинарах. Лев с яйцами. В Санкт-Петербурге, по-моему. Чем заменить, что детка кальций получал? Я это все на семинарах рассказывала. Все семинары у меня на сайте. Можно посмотреть. У меня на сайте все семинары выложены. Первый и второй день. И получайте ссылки и смотрите. Все подробно там про питание есть. И про Васю с Макаром там есть. Да, очень. Подушки это для беременных удобно. Очень-очень-очень. Лучшая подушка. Ой, Лёва, как ты мне больно кинул на ногу. Ой, как больно. Ладно, все. Пойду я. Мыть льва. Чистить зубки. Все, пока-пока. Закончена уже история.